Ну вот, мы продолжаем наш мануальный массаж. Теперь мы работаем с телом человека спереди, да, соответственно, лежит на спине. Под голову в данном случае лучше всего под шею подкладывать небольшую подушечку. Ну, у нас она вот такая, именно под шею лежит, вы видите, да? Соответственно, подушку из-под щиколоток мы убрали и передвинули ее вот сюда под коленку. Важно, чтобы она была именно под коленкой. Чтобы не под бедром, не пережимая таким образом бедро, потому что иногда бывает сводит ногу, да. И важно, чтобы нога, пятка, все-таки ступня лежала на столе. Так. Начинаем с той стороны, которая ближе к нам. Вот эту ногу обрабатывать. Дальше мы перейдем обрабатывать живот, да. И, соответственно, вот поэтому мы разделили дополнительно крылью область. Кольте или груди, как она называется, да? Вот, сейчас обнажаем вот эту часть ноги, которая нам нужна для работы. Показываю, в принципе, быстро основные приемы, потому что большую часть массажа мы уже сделали с той стороны, да? Здесь просто есть некоторые такие нюансы мануального массажа. Напоминаю, что именно у нас сейчас идет сеанс мануального массажа, то есть воздействие на костно-связочный аппарат. Так, многие говорят, что вот икру не надо спереди массировать, да? Ну, в принципе, правильно, мы ее помассировали с той стороны, да, когда человек был повернут лицом вниз. Или говорю пациенту иногда, а теперь переворачиваемся филейными частями вниз, ливером кверху. Так, собственно говоря, легли, да, и вот эти вот вокруг косточки, да, вот она, эта косточка голени, мы эти мышцы начинаем обжимать. Обжимаем вот так вот. Так, опять наши детки прибежали пошалить, да. Посильнее можем их, некоторые просят, особенно спортсмены, да, посильнее прямо. И наше движение, видите, снизу вверх, вот, снизу вверх. Я тут особо не делю части на вот эту вот, ближе как бы к сердцу, да, и вот это, потому что, ну, голень тут мы буквально схематично проходим, так по-быстрому, особо на нее не зацикливаясь, да, прошли просто вот эти мышцы, да, любыми вашими методами, и сразу остановились на обработке коленки, вокруг коленной чашечки проработали, да, вот эти мышцы наплывающие сверху, отжимаем от коленки вверх, вверх отжимаем. Лапы леопарда вот так вот отжимаем. Помните, мы когда она расширяется, вот так вот делали такой прием. Близко сжали, растянули, разжали. Так вот пошире, пошире как бы. Вот эту часть, которую надо тоже подвисать, также достаточно сильно прорабатываем, чтобы убрать вот подвисающие мышцы вверх. Иногда буквально после одного, после первого сеанса заметно, как у девушки такой форму моделирующий называется массаж, или, ну, или просто моделирующий, да, когда прямо форма бедра стала другой. Во-первых, она уходит излишняя полнота, да, уходит лишняя влага из ноги, и вот эти вот подвисающие вещи, они тоже уходят, они как бы подтягиваются мышцы вверх. И это еще одна причина, почему мы все движения делаем снизу вверх. Да? Вот. Далее, ну как? Прорабатываем такими же методами, да? Вот снаружи обошли. Опять визуально делим ее ногу на вот две части по вертикали. Внешнюю половинку, да, и внутреннюю половинку и внешнюю половинку, да? Также тут внутреннюю и внешнюю. Поэтому обрабатываем сначала одну половинку нашими массирующими движениями. Так, если нога скатывается, чуть-чуть подушечку может отправить. Вот. Нога при этом, смотрите, она, видите, неровно лежит, да? А немножко как бы коленка развернута к нам. То есть немножко как бы вот больше мы продаем вес внутренней части. Снаружную также размяли. Также вот те же все самые приемы повторяем, да? Которые вот растягивающие, проминающие вот такие. Проминающие снизу вверх. Круговыми такими движениями, да, доводим все вот эту вот массу, лимфу, кровь, межклеточную жидкость вот сюда к паховым вот этим, ну, где косточка заканчивается,
гребень подвздошной кости, да, там близко у лимфоузла. Лимфоузлы мы не жмем ни в коем случае, да, просто туда доводим и не пережимаем, доводим и не пережимаем. Здесь же есть у нас еще портняжная мышца, она крепится вот тут под коленкой, да, с этой стороны, обнимает ее, идет наискосок по бедру и заканчивается вот тут вот, где гребень подвздошной кости. То есть мы ее берем и резко вот такими движениями, втирающими туда глубоко, пытаемся ее туда внедрить. Иногда даже вот ребром ладони можно. Вот так вот выше, 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 вот туда. Бывают часто вот растянуты такие вот мышцы паховые. Вот здесь бывают растянуты у спортсменов, опять же, да. Поэтому вот все пытаемся помочь поправить. Далее берем коленку.